Остались за спиной уроки, домашние задания и экзамены. Для кого-то 11 лет в школе пролетели как один день, для других это был долгий путь к цели и кропотливая работа над собой. Виктория Михайлович с волнением ждала этого момента. В день прощания со школы девушку переполняли самые разные чувства. Ну, немного усталость, но, в принципе, радость, счастье. Что могу сказать? Свобода, наконец-то. От нахлынувших эмоций выпускников путались мысли. Еще вчера они сидели за школьной партой, а уже завтра перед юношами и девушками откроются дороги в будущее. В этом уверена и Валерия Максимова, которая ставит перед собой новые цели. А дальше новая жизнь, новые люди, знакомые. Это шаг в новую мечту. Сбор выпускников у Дворца детского творчества стал уже доброй традицией. Именно здесь представители ядерного центра вручили будущим студентам целевые направления на обучение. А затем, под рев моторов, торжества переместились на площадь. Колонну выпускников возглавили городские байкеры. С большой сцены, с напутственными словами к вчерашним школьникам обратились руководители городской думы и администрации. Именно вам, друзья мои, предстоит развивать наш город. Именно вам создавать все те замечательные разработки, которые есть у госкорпорации «Росатом», ну и, собственно, двигать дальше и научную мысль. Праздничную программу для зрителей подготовили не только творческие коллективы нашего города. На сцену вышли сами выпускники, которые исполнили для саровчан кавер-версии известных песен. Самым долгожданным и приятным подарком стал фейерверк, который завершил праздник выпускников на центральной площади города. Елена Грицко, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24.